Естественно, переходим на текущий год, 17-й. Что делается в этом году, в текущем году? Во-первых, ведет строительство 11 объектов общей мощностью 6791 мест на сумму более чем 4,8 миллиардов рублей. Какие это объекты? Это первое. В Алькейском районе школа на 80 мест, детсадом в совокупности на 20 мест, в селе Татарское, Бурнаево. Это Варская школа на 500 мест по улице 90 лет ТАССР. Это в Высокогорском районе школа на 500 мест с центром детского творчества в селе Высокая гора. Это в Черемшанском районе школа на 15 мест со спортзалом деревня Казанка. Это, наверное, Челны школа на 1224 места в 36 микрорайоне жилом районе Прибрежный. Соответственно, в городе Казани строятся 4 школы. Это школа на 1224 места в квартале 118 жилом районе Салават-Купере, что очень там объективно необходимо. Это школа на 800 мест в жилом районе Светлая долина в Советском районе города Казани. Школа на 1224 места по улице 2 Адинская города Казани. И школа на 1224 места микрорайон 6Б жилой комплекс «Седьмое небо» города Казани. Далее два объекта строятся, в том числе в Агрызском районе школа детским садом 100 мест на школу и 30 мест на детский сад в совокупности в селе Кулигаш. И в Ютазийском районе замыкающий объект школа на 375 мест микрорайон «Солнечный» в поселке Урусу. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».